Добрый час, с вами, как всегда, Маргарита, это Итси Школа Успешных Продаж. Моя основная работа практически закончилась, у меня теперь будет 2 месяца каникул, выходных, и я решила придумать что-то новое для общей группы Итси Школа Успешных Продаж. Я решила сделать, опять-таки, пару лет назад мы с вами делали публичный анализ магазинов, и я решила еще разочек, но здесь я добавила ключевое слово «беспощадный разбор», да? Потому что многие из вас говорят, что вот, что бы мы ни делали, у нас продаж до сих пор нету, я в эти сказки не верю, значит, вы делали не то, что надо. Поэтому вот и в связи с этим родился вот такой вот пост «Кто готов на публичный беспощадный разбор?». И давайте сразу прыгаем в первый магазин, который изъявил свое желание. Надежда, да, Надежда у нас изъявила желание, и давайте поехали. Да, я могу читать Надежду Белякову у нас здесь с вами, имя Shop Owner, но вы находитесь на международной площадке. На минуточку. Значит, что? Значит, придумайте ваше имя, как будет спелиться на английском языке. Потому что мне открывается, да, я могу читать, кто-то не сможет прочитать, и для кого-то это будет turnout point, да, на выход. Дальше. Смотрим Felted Merino Wool Scarf, Cotton Towels, Stable Runners. Когда я читаю, да, мы знаем, что здесь мы прописываем наши с вами основные ключевые слова магазина. Я читаю, что у вас Merino Wool Scarf, Cotton Towels, Cotton, запятая, Towels, значит, хлопок вы продаете, хлопчатобумажные ткани. Дальше полотенце вы продаете и Table Runner, да, то есть скатерти. Да, что мы с вами продаем? Окей. Fine. Давайте смотреть, что у нас с вами есть. А у нас тут с вами есть всего понемножечку. Да, у нас с вами есть felted scarf. Ну, поскольку маски пошли сейчас, вы решили тоже масками подзаняться. That's fine. Пожалуйста, да, занимайтесь. Корень что? Хлопок? Вообще-то бумажные материалы? Либо что? Да? То есть подумайте, как вот здесь можно назвать. Если это cotton table runners, пожалуйста, linen towels, пожалуйста, смотря из чего вы делаете. Дальше поехали. Announcement, окей. Okay. Dear customer, please know that you are buying during the COVID, бла-бла-бла. Да, мы эту новость с вами оставляем, но мы знаем, что новости у нас, announcement, не читаются. Announcement у нас для того, чтобы прописать наши ключевые слова. Чем занимается магазин, а не buyer beware, да, buyer, покупатели будут. Будьте внимательны, вы покупаете это во время периода, когда доставка очень медленная. Вот такие вот ключевые слова, пожалуйста, пишите на своем баннере, да, на своем баннере, потому что на баннере картинка огромная, большая, и есть место донести какую-то важную информацию, не только визуально, но чтобы человек сконцентрировался и прочитал. То, что вы вот здесь вот пишете, прочитаю только Маргарита, которая что делает? Которая делает вам беспощадный разбор. Поехали дальше. Что здесь такое за белое пустое пятно, да? Потеряли что-то, ушло. 4 листинга, featured item. Добавьте 4-й item, что вы хотите показать. Когда вот такие вот маленькие пробелы видны, это кажется, что, ну, не укомплектовка, не что-то и отталкивающий момент. Теперь поехали. Что у нас с вами здесь такое? Порядок наводим. Felted scarf с маленькой буквы, Nuna с большой. Felted scarf и Nuna felted scarf. Они разные, да? Nuna felted scarf и felted scarf. Может быть, вам виднее, да? С одной большой буквы, с маленькой, с маленькой, с большой, с маленькой, большой. Давайте уже определимся, как мы пишем, да, с большой или с маленькой, так или так. Дальше что? Cobweb scarf. Если он у вас подходит к либо felt scarf, либо non-felt scarf, вы туда его занесите. Почему? Вы когда проходите в магазине между рядами и видите один такой длинный ряд, а там всего-навсего одна какая-нибудь консервная баночка стоит. Пойдете вы по этому ряду? Нет, не пойдете, да. Будут там одни туфли стоять. Пойдете вы? Да нет, вы скажете, что зачем мне туда идти, потому что там всего-навсего одна пара. И, возможно, мне не понравится, возможно, не понравится. Я не буду свое время тратить. То же самое и здесь. Когда вы делаете вот вашу секцию из одного айтема, это просто, знаете, ну, куром насмех идет. Так что подумайте и вперед. Дальше. Tea towel, чайные полотенчики. Ну, давайте здесь тоже поругаемся, да,
Окей, возможно, хорошая идея была. Давайте сейчас я на ваши фотографии рассчитаю. На Итси, когда мы приходим, это не 2006 год, это не ярмарка мастеров 2006 год. Даже если на ярмарку мастеров вы сейчас посмотрите, а фотографии подтягиваются. На Итси то же самое. Магазины соревнуются, грубо говоря, соревнуются между собой не товарами, а то, как они предоставляют товар. Давайте смотрим, что у вас. Хорошо, вы решили делать маски. У вас один фон, у вас второй фон. Ну, фон там может быть одинаковый, но в разное время суток вы снимали, и у вас получилось здесь светлее, здесь темнее, здесь светлее, да? То есть абсолютно разные. И у вас выпадаете, вы выпадаете из общей сетки вашего стиля магазина. То же самое и здесь. Что у нас тут такое? У нас не было времени с вами поправить фотографию, у нас с вами не было времени обрезать вот эту вот штуку, чтобы у нас с вами не было дополнительного третьего фона. Не здорово, да? Совсем не здорово. Видите, где ваша тень стоит? Прям вижу, что вы фотографировали, а лампочка прям за вашей спиной находилась, с правой стороны. Вот она, пожалуйста, она вам отдает тень. Вот такие вот маленькие. Это называется, где создала, вот, то есть вы здесь сшили, да, ваше изделие, и тут же машинку убрали и решили сфотографировать. Нет, такие магазины не выигрывают. Они могли, возможно, раньше выиграть в 2006 году, в 2020 году такого нет. Дальше, что у нас здесь? Henning Hand Towel. Окей. Henning Hand Towel. Если мы с вами пишем Henning Hand Towel, покажите, как он будет висеть, да, подвесной, либо так далее. А вы не стопочку материалов продаете, да. Полотенчики интересные, красивые и так далее, но покажите, где оно будет у вас свистеть. Да, правила дома, опять-таки, мы выходим с вами на международную площадку. Я не знаю, что это такое. Тут, может быть, слово ругательное написано, я не буду этот листинг покупать. Вы продаете Henning Hand Towel, да, покажите крючочек на стене и так далее. Даже сейчас пример покажу. Немножечко, грубо говоря, подсела я на этот сайт. И не то, чтобы подсела в качестве покупок и так далее, Shein, если вы знаете, а то, как они предоставляют информацию. Давайте посмотрим. Towels, new towels. Ну, beauty sale, where it is, where it is. Lifestyle and home, пожалуйста, давайте попробуем. Я подвисла, наверное. Сайт мне подвис. Сейчас. Итак, нашла я вам вот этот вот. Сайт очень такой интересный на предмет чего? На предмет того, как он показывает изделие в действии. Да? Почему это важно? Да? Почему это важно? Я буду смотреть вот на ваш листинг Henning Towels. Да? То есть, причем тут ножницы находятся. Мы с вами не убрались или что это? Ножницы, это какие-то пинцеты. Мы забыли это убрать. Да? Это вообще тоже как бы подумайте. Я обещала, разбор будет беспощадный. Вы изъявили желание, вы поставили свой магазин. Теперь смотрите, я возьму ваши полотенца, либо я возьму вот такие вот полотенца. Я на цену сейчас не обращаю внимания, да? То есть здесь предоставляете, что это Henning Towels, да? Вот они их повесили, их показали на чем-то на нейтральном. Либо если большие полотенца, вот такого плана, их разложили, положили, показали нам, да? Как оно будет выглядеть. Вот на крючочке, найдите у вас крючочек, повесьте это на крючочек, чтобы было вот таким вот образом видно. Купите этот маленький крючочек, повесьте его на стену, да, на нейтральную, не на какие там квадратики и так далее. Посмотрите, все идет нейтрально, и вам самим захочется такой полотенчик купить. Вот они, пожалуйста, да. То есть на крючочке повесили, такую картинку сделали, и все, у вас на выбор идет 4 полотенца, не надо показывать 33 варианта. Нет, чем больше вариантов, тем дольше противно, да, чем больше вариантов, тем сложнее выбрать. Но к секциям листинга это не относится. Поэтому просмотрите вот такое вот, вдохновитесь, да, вдохновитесь идеями, как показать ваш материал. Идите за идеями сюда. Здесь продается очень быстро. Так, возвращаемся дальше к вашим Henning Towels, потому что здесь непонятно, что вы продаете. Only one available. Извините, а как я могу выбрать какой? Это что, вы на свой выбор выдадите мне одно полотенчико? Да, окей, как, а как я могу выбрать?
я должна написать вам, я не буду писать, мне не хочется писать. Поэтому делайте, у вас такие полотенчики есть, выберите их по цвету, там зелененький, красненький, либо там фруктовый, либо еще что-то, да. Waffle towel made natural coral, замечательно. Соберите floral towel. Пожалуйста, сделайте 4 листинга floral towel, повесьте их на крючочки, чтобы видно было, как это выглядит. Все, и сделайте выбор. Один такой с ромашками, там, я не знаю, с тюльпанчиками, либо с этим, да. Все, и человек выбирает. Я не знаю, что я выберу. Only one available. Что это? Вся стопка пойдет, и я буду права. И я буду права, если я вот это куплю, и я буду ожидать вот целую стопку. Я не буду читать, что там так, included one, да, да, у вас included, но у вас в описании, и у нас сколько раз такое было, что покупатели абсолютно не читают, они купят, они будут ожидать вот именно вот эту вот стопку. Даже если мы будем доказывать, что вот там вот included one kitchen towel, да, они скажут, нет, я покупал и так далее, отменяйте, возвращайте мне деньги. Да? То есть вот такой вот момент. Дальше возвращаемся. За что вас еще можно поругать? За фотографии, да, понятно, да, где-то, что это у нас такое на шторе, на это, искать нужный вариант. Опять-таки, просмотрите тот же самый ShaneSite, который я вам показала, как они предоставляют информацию. Если это у вас одна общая, трудно разобраться, да, возьмите себе там table linen, окей. Здесь еще более-менее, да, только красный выпадает, но он же линен, да. А здесь более-менее интересно, да, как вот она выложена. В одном и том же стиле, когда человек делает, это гораздо приятнее, симпатичнее. И пробуйте искать разные ракурсы, да, не прямолинейные, а что-то, давайте сейчас посмотрю, какой здесь у нас есть. Я не делаю акцент на ваши ключевые слова, теги и так далее. Вот такая вот складочка мне нравится, но я не знаю, как она будет на превью смотреться. Главное, чтобы тут еще и на превью смотрелось хорошо. Дальше. С этим понятно. Фотографии должны быть ближе к одному стилю, даже если вы фейс-маск. А где у вас фейс-маск? То же самое. Хорошо. Здесь прописали. Ну вот. Ну и опять-таки, часть на английском, часть на русском. Приведите к общему знаменателю, как говорится. Вот такой вам небольшой анализ вашего магазина. Надеюсь, у вас будет над чем поработать и посмотреть. Да? Table linen, tea towel, tulle scarf. То же самое и здесь. Найдите, просмотрите, интересно. Если у вас шарфы в наличии, потрудитесь и сделайте фотосессию с тремя шарфами. Нашли общий стиль, нашли общую подсветку, общий стиль и отфотографировали. Шарф, который стоит $194, не может находиться вот в такой фотографируемой. Вы тем самым его обесцениваете. На петрушечке, на укропчике, на газончике вот таким вот образом и поставили. Не может шарф за $200. Вот какой бы он красивый ни был, представьте его не на полу, не на этом, а в каком-то интересном виде. А как вы решите его представить, это уже будет так далее. Зеленое на зеленое, мы с вами слились, и уже совсем не то будет. Да? Найдите какую-нибудь нейтральную, найдите нейтральную. Это ландыши, да? Это же ландыши. Lily of the Valley. Lily of the Valley scarf, да. Теги пока не смотрю, теги там... Тайтлы, теги – это отдельная беда. Все, смотрите и делайте анализ и исправляйте то, что можно уже сейчас исправить. До следующего разбора, беспощадного разбора вашего Etsy-магазина. Напоминаю, если вы хотите, чтобы ваш магазин таким же образом более-менее беспощадно был рассмотрен, оставляйте линк. Если YouTube нам позволит, оставляйте линк, либо присоединяйтесь к нам в группу на Facebook Etsy «Школа успешных продаж». Линк на эту группу будет под видео. Оставляйте там свой
линк, чтобы я туда зашла и поругала вас. Всего доброго, Маргарита.